Здравствуйте, дорогие друзья! Рассмотрим сегодня такую монеточку. Один фартинг Великобритании. Фартинг со старого английского означает одна четвертая или просто четвертая часть чего-либо. Это самая мелкая монета Великобритании. Чеканилась она с 37 по 48 год при короле Георге VI. Монета имеет гладкий гурт, вес 3,56 грамма, диаметр 20,32 миллиметра, толщина 1,3 миллиметра. На ней изображена птица крапивник, самая мелкая птица Великобритании. Относится она к семейству крапивников. Ну, так как он единственный в этом роде, ну, в виде птиц. Это очень мелкая птица, меньше воробья. Еще ее называют подкорневик, ну а чаще всего шарик. Птичка имеет почти незаметную шею, хвост из нескольких перьев. Очень громкая птица, особенно самцы. От них очень много шума. Пронзительный крик. Вот такая птичка. Ну, что еще можно сказать о фартинге? Это 1,960 фунта. Представляете? Чтобы набрать фунт фартингами, это будет где-то почти 3,5 килограмма. Чеканилась монета на монетном дворе в Лондоне Royal Mint. После 48 года от нее отказались, как от ненужной. Thank you.